Спасибо, зайка. У меня день рождения еще долго. Спасибо, зайка. Смотри, Амели тоже рисует. Ты, Амели, поможешь чуть-чуть нарисовать? Амелия, 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 спасибо, зайка. Это маме, да? Спасибо, зайчик. Спасибо, мой хороший. Спасибо, как красиво. Молодец, очень красиво. Какие шарики красивые. Это фейерверк. И звездочки, фейерверк. Вау, и Амелия поставила. Спасибо, зайка, спасибо. Спасибо, зайчики, спасибо. Спасибо, моя лапа. Спасибо, очень красиво. Мама потом положит и сохранит это. Когда вырастет, мама покажет. Ладно? Ладно? Все, спасибо, зайка, спасибо. Хорошо. А ты напиши ручкой там мама внутри. Мама, можешь писать? Ты же умеешь писать мама? Напиши мама. Ручкой, ручкой, ручкой. Возьми ручку, либо фломастер. На. Вот на, фломастер зеленый, держи. Напиши мама. И подпиши Артур. Ну ты же не, ну не так же. Напиши Артур. Напиши Артур, ты же умеешь Артур писать. Напиши Артур. Ну, нет, нормально напиши, Артур. Я, мама, я не умею. Научись. Ты же умеешь. Напиши тогда, Артур, ну хорошо, ладно, ничего не пиши. Нет,